какими ножами пользуются люди. Неужели после этого ножа можно есть какую-то колбасу, хлеб или что-то еще? Это просто ужас. И мы просто возьмем это все и выбросим отсюда, чтобы оно и не мешало нам. И будем демонстрировать вам ножи, которые не стыдно брать в руки. И новинки 2023 года. Сербский нож, изготовленный из стали 95Х18. Заточка у него бритвенная. Само лезвие располагает к тому, чтобы сделать бритвенную заточку. И нож этот служит для нарезки именно продуктов, таких как колбаса, мясо, филе, тонкими ломтиками. Очень тонкими. Режутся эти продукты как бы от себя. От себя. Бритвенная заточка – это одна из самых сложных заточек. Чтобы ее изготовить, на это нужно очень затратить много времени. Но ничего, как говорится, что не сделаешь для хороших людей. Ну, естественно, ручка у него сделана также из красного дерева, которое посажено на эпоксидке. Твердость ножа составляет 59 единиц. А также вот второй нож, чуть поменьше. Сербский нож, чуть поменьше. У кого-то это как бы более мужской, а это более-менее женский. И ручка уже здесь сделана из груши, с дикой груши. Она тоже прочное дерево, крепкое, обработана льняным маслом. Так как и эта ручка тоже обработана льняным маслом. Ну, чтобы оно, как говорится, не гнило и не мокло. Две новинки –